своими глазами. Вы в каком районе живете? Вы здесь отовариваетесь постоянно у Романова? Да. Как долго? Это я, сам Романов. Я хотел уточнить. Скажите, пожалуйста, уважаемая, вы близко отсюда живете или приезжаете сюда всегда? Цены и обстановка, и продавцы. Все продавцы хорошо. Адекватные, да? Да, все хорошо. Вам нравится, как Наташа нравится. Нас с вами обслуживает, да? Да, нравится. Замечаний нет? Нет, никак. Спасибо огромное. Сетим парти мултумец аша директор. Сетим парти реконоскатор. Амвен тетим продуси проспите. Доамнели вензатуар Инесан де Осеби пропуне перманент не де проспите, не пропуне приятели акцесибли. Ва мултумим мулт пентру де сервире. Спасибо за такие магазины. Намного дешевле, все свежее. И продавцы отличные, золотые. Пенсионеры нам устраивают. Может быть, кто-то ищет, а мы никогда не ищем претензий. Всегда нам нравится. И молодцы, чтобы они были здоровы. Спасибо. И директор тоже, чтобы был здоров. Спасибо вам. Разбейте, с Нижнего Бама, вот приезжаешь туда. О, ну у нас приятное для вас предложение. Мы могли бы разместить там, построив сами свой магазин на арендованной площади у муниципия, 100 метров квадратных, как минимум, пожалуйста, чтобы вам было удобно, это, чтобы вы обслуживались не на улице, а внутри офиса. Это было бы удобно? Да, там плотность населения довольно-таки большая. Да. Хорошо, мы это обязательно учтем и попробуем с этим вопросом обратиться к нашему руководству. Я думаю, мы друг друга очень понимаем. Вас цены здесь радуют? Да. Но не огорчают. Нет, это дешевле. Вы здесь сталкиваетесь регулярно с акциями на снижение цен? И иногда на сахар, на гречку? Я так не часто прихожу, но все равно. Рады семейенка без дыма. Понятно. Нормально, мне нравится. Спасибо вам за оценку. Даже всем было лучше, чтобы шли сюда. Спасибо, Золка. Спасибо, дай Бог всем здоровья. И вам тоже. Спасибо большое.